Вы смотрите новости онлайн. В сети бурно обсуждают свадьбу дочери действующего судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. По неофициальным данным, торжество обошлось влюбленным в 2 миллиона долларов. Адвокат Сергей Жорин рассказал об этом бракосочетании в своей социальной сети Instagram. Сообщается, что само торжество прошло еще 10 июня 2017 года. Однако известно о нем стало только 15 июля. По его словам, свадьба за 2 миллиона долларов – это плевок всем нам в лицо. И пир во время чумы. Юрист подчеркнул, что замуж выходила дочь не олигарха, а обыкновенного судьи. Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц по 8 часов каждый день. Утритесь, коллеги, которые, ссылаясь на действующее законодательство, пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде, написал он в своей социальной сети. По словам Жорина, его возмущает поведение людей, которые должны были стоять на защите наших интересов. Отметим, что ведущим торжества был российский певец Николай Басков, а за культурную программу мероприятия отвечали такие звезды эстрады, как Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Иосиф Кобзон. Их гонорар, по данным телеведущего Андрея Караулова, составил 400 тысяч евро. Также журналист сообщил, что супругом дочери адвоката оказался представитель Следственного комитета Краснодарского края. По словам сотрудника СМИ, гости мероприятия дарили молодоженам роскошные подарки, в частности, автомобиль «Бентли». Отметим, что мама невесты, Елена Хахалева, была назначена на должность судьи Краснодарского краевого суда в октябре 2002 года. До этого она прошла по карьерной лестнице от юрист-консульта до судьи Динского районного суда. Спасибо за просмотр! Делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. Пока-пока!